сосредоточили взгляд вместе с французским нападающим и тысячи болельщиков. Решили, чтобы посмотреть футбол за пределами стадиона, это, пожалуй, лучшее место. Площадка фан-феста сегодня похожа на импровизированный кинотеатр под открытым небом. Люди садятся прямо на щепу, а на экране премьера – первый матч чемпионата мира, который принимает Казань. Валерий Плотников устроился как дома, привел смотреть футбол всю семью и диван прихватил. А вот за кого сегодня болеть, каждый казанец решал для себя сам. Поддерживаю Австралию, потому что за них мало кто болеет, а они прикольные. И просто я посмотрел на болельщиков, они забавные. У меня вон дочка там сидит, она за Францию болеет, мелкая. И как, семейного разлада нету? Нету, все хорошо. В рядах болельщиков казанцы от мала до велика приехали и из других городов, и даже стран. Мы за Францию, потому что там хорошие игроки. Я за Австралию болею. Почему? Мне кажется, это контингент далекий и нам близкий. Так. В ритме футбола и иностранные студенты казанских вузов. Я рад, что я поступил, учиться в России, потому что я получил шанс, чтобы смотреть футбол. И если бы я не был здесь, то я не смотрел. Например, сейчас я болел на Франции, это моя команда. Это футбол 21 века. Смотрели его сегодня и в спортбарах. Дела были, и вот решил сюда заехать. Дома вроде скучно смотреть. Здесь интереснее. Билет не получилось на этот матч взять. На другой матч поеду, на Германию. Друзья, пока на стадионе, здесь жду, смотрю. Всегда интересно, когда не фавориты побеждают фаворитов. Поэтому болею за Австралию. Кроме того, у меня куча друзей австралийцев. Выиграть у нефаворитов сегодня не получилось, но футбольный праздник определенно удался. Лина Зинатульна, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.